Творчество Константина Багаевского – уникальное явление в русском искусстве XX века, богатым незаурядными личностями и яркими событиями. И хотя подобную характеристику нередко можно встретить в литературе по истории искусства, по отношению к Багаевскому оно более чем справедливо. Несомненно, что Багаевский составлял исключение в своей художественной среде, как несомненно и то, что творчество его отражало существенные стороны бытия, передавало характерные движения мысли российского общества начала XX века. Уединенная жизнь и избранное художественное окружение Багаевского как бы олицетворяет духовное избранничество, располагающее к размышлениям о судьбах культур, мира, человечества. Багаевский отвоевал в искусстве сферу, непроницаемую для низкой действительности, для всякого рода прозаизма. Природа у Багаевского имеет автономное значение. Она обладает своей идеей, философией, эстетической ценностью. В этом смысле природа не личностна и не субъективна. Она – воплотитель философии времени. Природа не повод для эмоционального человеческого излияния, что так сильно распространено в русской пейзажной традиции, особенно реалистической. Ретроспективизм имел другую специфику. На природу проецировались не авторские настроения, а авторская мысль, созвучная интеллектуальной жизни своего времени. Эстетизм и ретроспективизм – явления сопряженные. Эстетизация стилистики, превращенная в прием, в структурный элемент, входит составной частью в гибкий, многосложный, ретроспективный образ. Носителем эстетических ценностей у Багаевского является не конкретная реальность, а пафос ее преображения. Таков классический пейзаж.